Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал «Инвестиционные проекты». Сегодня 1 апреля, и я продолжаю изучать новые проекты на майнинге Tronix, то есть валюты Tron, TRX. Один из проектов я добавила на блог около 5 дней назад. Проект работает, продолжает выводить прибыль. Сегодня я хочу усилить свой депозит, рассказать вам о работе данного проекта, о том, как пополнить баланс, как вывести средства, какая минимальная сумма инвестиций, какой ежедневный процент вы получаете, инвестируя ту или иную сумму. И немного о монете Tron. Почему на данный момент проекты стали подключать именно монету Tronix? Я начну с того, что проекты, которые сейчас работают с Tron, китайские. Монета Tronix была основана в 2017 году китайским предпринимателем. Чем она выгодна? Во-первых, тем, что транзакции в блокчейне проходят очень быстро и с максимально минимальными комиссиями. То есть комиссии за транзакции менее чем половина доллара. Там 0,1 доллара, 0,2. И транзакции проходят моментально, за несколько секунд, что тоже очень выгодно. Например, в сети биткоин транзакции проходят достаточно долго, 15 минут, 20, иногда даже полчаса и больше. Поэтому монета Tron выгодна, и с ней удобно работать. Перейдем на экран, и я расскажу о монете Tron. На данный момент монета Tron стоит 0,73 тысячных долларов. В перерасчете на российские рубли это 6 рублей за один токен, за одну монету. Чтобы вы понимали, монета раньше не имела собственного блокчейна, сейчас у нее есть свой блокчейн, и стейблкоин USDT TRC-20 основан на блокчейне Tron. USDT TRC-20 – это стейблкоин, который равен одному доллару, то есть такой курс. Монета Tron находится на CoinMarketCap, на Binance. Это достаточно популярная криптовалюта, которую вы можете купить на абсолютно любой бирже, везде она листится. Курс монеты Tron максимально не волатилен, он не такой волатильный, как курс биткоина. Монета колеблется в пределах 6-7 российских рублей. На начальном этапе в 2017 году, когда монета только появилась, ее курс составлял 0,1 доллара. Поэтому курс постепенно растет, и работая с инвестиционными проектами на монете Tron, вы можете заработать. Даже если вы просто купите Tron на бирже и переведете в свой криптовалютный кошелек, на несколько лет вы увидите профит. В целом капитализация монеты Tron очень большая, и интерес инвесторов широкий, поэтому вы можете не переживать о том, как купить, хранить, сколько хранить, когда продать монету. Вы можете ее использовать для быстрых платежей, для оплаты каких-то услуг и так далее. А сейчас мы перейдем конкретно к проекту Migro.com, который работает на Троне. То есть вы, инвестируя монету Tron, ежедневно пассивно получаете доход. Процент зависит от суммы, которую вы инвестируете. Для того, чтобы пройти регистрацию, вам нужно перейти по ссылке, которую я оставляю внизу в описании к этому видео. Вам нужно ввести мобильный номер, придумать пароль из 8 цифр, секретный код из 6 цифр, инвайт-код у вас будет, это реферальный код, и ввести капчу. Далее нажать «Регистрация». Если вы зарегистрированы, нажимаете «Sign in» и заходите в свой личный кабинет. Минимальная сумма инвестиций в проект составляет 5 TRX. Ежедневно вы получаете 2,5%. Если вы инвестируете более 40 тысяч TRX, получаете 3,5%. Ежедневно, каждые 24 часа вы можете выводить прибыль. Максимальный процент по депозитам составляет 7. У проекта есть ссылки на Telegram. Поддержка в Telegram находится. Если у вас будут какие-то вопросы технические, нужно писать именно туда. Также есть white paper,
То есть презентация, она на английском языке, и ничего здесь интересного нет, поэтому рекомендую не читать. Но если есть желание, можно. После регистрации вы получаете 1000 бонусных TRX. Это демо-счет, демо-депозит, с которым вы ничего делать не можете. Для того, чтобы выводить прибыль, вам нужно пополнить баланс. На моем балансе 1033 TRX, это $75. Не очень удобный кабинет, не юзабельный. Перейдем к выводу, потом к пополнению. Я могу вывести 5 TRX. Вводим сумму, далее адрес TRX и секретный пароль. Заявку создала. На данный момент у меня 200 TRX на депозите. Вот мы видим. Переходим в историю транзакций. 5 TRX я вывела. Деньги приходят автоматически, инстант, на ваш кошелек Tron. И сейчас мы перейдем к пополнению баланса. Нажимаем депозит, далее майнинг аккаунт, копируем адрес и на этот адрес переводим деньги. Итак, я отправила на баланс 100 Tron, на данный момент это $7. И в течение 50 минут деньги поступят мне на баланс. Все, деньги пришли мне на баланс, достаточно долго заявка обрабатывалась, но теперь мы видим, у меня на депозите 300 TRX. Все, депозит открыт, деньги можно выводить раз в 24 часа. Такие проекты высокодоходные, поэтому мы инвестируем небольшие суммы до $50 и играемся. С данным проектом я играюсь уже 5-й день. А если у вас остались вопросы, пишите мне. Мое видео подходит к концу, я надеюсь, оно было полезным и вам понравилось, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я желаю всем нам только профита, только удачных и долгосрочных инвестиций и проектов. Будем тестировать новые способы заработка и зарабатывать. Всем большое спасибо за просмотр!